В роли учителя на уроке мужества выступил участник афганской войны Олег Минимурзин. Майор милиции в отставке рассказал об истории военного конфликта, о том, как участвовал в нем сам, за что получил не одну награду. На груди Олега Минимурзина более 20 орденов. Также он рассказал о подвигах сочинцев в Афганистане, о своем погибшем товарище Алексисе Тапузиде. Всего же за 10 лет военного конфликта с войны не вернулись 15 сочинцев. И об их подвигах своих земляков, отметил Минимурзин, школьники должны знать. Обязательно надо проводить для того, чтобы дети знали свою историю из первых уст, то есть от тех ветеранов боевых действий, которые принимали участие в этой войне, чтобы не слушали то, что творят сейчас очень высокие политики в мире. Это возьмем Польшу, возьмем Украину, когда полностью переписывается история. Добавлю, что подобные уроки мужества в честь вывода советских войск из Афганистана с участием ветеранов боевых действий в Сочи проводятся каждый год в разных школах города.